7-ку. Но я так понимаю, что это должна быть финальная серия у нас. Сейчас мы зайдем в зеркало, наверное, сразимся с супер-пупер-боссом и освободим этот мир от зла. Ну, насколько я понимаю. Но либо будет еще серия 15. Хотя, если честно, то не хотелось бы. Так, идем. Идем не спеша и идем смотреть, что нас тут ждет. Так, блок 17. Хорошо, так, сейчас, секундочку. Все, сел поудобней. Подвинул микрофон, идемте смотреть. Блин, надеюсь, это будет сейчас финальный босс, которого не будет. Мы просто нажмем на какую-то кнопочку и спасем это все. Ля. Интересно, кто это в помещении тут делал? Таки красиво. Знаете, я бы, наверное, поиграл бы в Сталкера, вот, с такой графикой. И с такими, как говорится, этими красками. Было бы прикольно. Ну, чтобы мы бегали с вами не от этого, как его, не от первого лица, а от третьего. Может, кто-то мод сделает на Сталкер по мотивам этой игры, то я бы сыграл бы. Так. А. Какие-то звуки непонятные. Тут закрыто, а здесь контрольная точка. Ну, понятно. Сейчас мы сохраняемся. И начинается самое интересное, да? Ладно. Кирица понеслась. И вновь дети ядра жаждут изменить неизбежное. Им неведома истина, тщетность действий. Мы несем чистоту в хаос, ясность в беспорядок. Все будет поглощено. Это хорошо и правильно. Дети не понимают, думают, что их жизни чего-то стоят. Дети неправы. Мы несем чистоту в хаос, ясность в беспорядок. Мы несем мир, равенство, тишину. В наших руках все едины. Дети противятся неизбежному, сражаются в бою, в котором уже известен победитель. Их жалкое сопротивление уже не играет никакой роли. Сколько бы раз они не восстали, они проиграют. Их время ушло. Мы поглотим все. Так, последняя битва. Победить спящего. Хорошо, давай попробуем. Давай попробуем. Ё-моё. Тихонечко. Перезаряжайся, пожалуйста. Походу нет. Ой-ё. Фу-фу-фу.
Фу-фу-фу. Thank you.
дерьмо! Ну все, отстрелялся. Thank you.
Дерьмо!
Да!